Великая Отечественная война не прошла бесследно для многих учреждений нашей Родины. Помнят о тех печальных страницах в истории страны и Государственный Херсонесский музей. В архиве музея-заповедника сохранилось несколько подборок документов, которые свидетельствуют нам о событиях 1941-1945 годов, в том числе и несколько томов переписки. Разбирая эти письма, иногда встречаешь и письма личного содержания. Они особенно интересны, потому что начинаешь осознавать, насколько люди дорожили связью с Херсонесом, даже несмотря на то, что большая часть коллекции была отправлена в эвакуацию, а многие сотрудники в 1941 году оставили Севастопольскую землю практически на 3 года. Одно из таких писем было составлено 2 сотрудницами Государственного Херсонесского музея, Сарой Литвак и Марией Рыбальченко. До войны они работали научным сотрудником и экскурсоводом, соответственно. Отправились они в эвакуацию в ноябре 1941 года. И уже в мае 1942 они решили узнать, а как же сложилась судьба Херсонесского музея, где находятся эвакуированные коллекции, где находится хранитель Станислав Стржелецкий, который был назначен ответственным лицом и который сопровождал херсонесские ценности в очень сложном, непростом пути по направлению в тыл. Письмо это сохранилось в делопроизводстве музея, дошло до наших дней. Мы видим здесь несколько виз на нем, в том числе и то, что ответ на него был составлен уже в июле 1942 года. К сожалению, то, что ответил девушкам Стржелецкий, мы не знаем. Среди документов переписки этого письма нет. Зато есть письмо, составленное Марией Рыбальченко. И вот что она пишет. «Дорогой товарищ, будьте добры, напишите адрес и местонахождение Государственного историко-археологического Херсонесского музея, эвакуированного из города Севастополя. И ответ пришлите по адресу Таджикская ССР, город Пиджикент, почта до востребования». Письмо это было адресовано в город Киров, начальнику комиссариата народного просвещения. А мы хорошо знаем, что коллекция находилась в Свердловске. То есть сотрудники даже не имели возможности узнать, где же находится музей, как складываются их трудовые будни в тылу. И это письмо – это как раз-таки яркое свидетельство того, насколько дорожили сотрудники вот этой ниточкой, которая связывала их прошлую жизнь с будущим мирным, которое, конечно же, они все ожидали.